перегнуться, папаша. Я тебя всего запачкаю. Ничего, ничего. Кандидат. Мать не дождалась. Папаша, позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем Базаровым. Он так любезен, что согласился погостить у нас. Пожалуйста, папаша, приласкай его. Ты не представляешь, до какой степени я дорожу его дружбой. Душевно рад. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя и отчество. Евгений Васильев. Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас. Да как же, Аркадий, сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите? Дома отдохнем, папаша. Эй, слышь, Петр, распорядись! Впереди, кажется, наш лес. Да, наш. Только я его продал. Зачем ты его продал? Деньги были нужны. При том же эта земля отходит к мужикам. Жаль лес. Что за чудесный день сегодня, папаша? Для твоего приезда, душа моя. Больших перемен ты дома, в Марьине, не найдешь, хотя... Я не помню, писал ли я тебе. Твоя бывшая нянюшка Егоровна скончалась. Неужели? Бедная старуха. Я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь больших перемен в Марьине. Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя. Впрочем, ты строгий моралист, ты, конечно, будешь вправе осудить папаша. Меня. Мои лета. Помилуй, папаша, ты как будто извиняешься передо мной. Ну как тебе не совестно? Словом, эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал, теперь живет у меня в доме. Фенечка. Фенечка. Вот мы и дома. Ты увидишь, комната твоя оклеена обоями. Над балконом большую маркизу приделаем. Что-то на дачу больно похоже будет. Добро пожаловать. Позволь тебе представить. Евгений Васильевич Базаров. Брат мой, Павел Петрович Кирсанов. Главное, теперь надо поужинать. Поесть действительно не худо. Прикажите только чемоданишко мой стащить куда-либо. Да вот эту одежонку. Очень хорошо. Прокофьевич, возьми их шинель. Надо почиститься. Я сейчас вернусь, папаша. Постой, я с тобой пойду. Пошли. Кто сей? Приятель Аркаш. Он у нас гостить будет? Да. Этот волосатый. Ну да. Где же твой приятель? Не надо обращать на него внимания. Он церемоний не любит. Да, это заметно. Ну, а что такое этот господин Базаров? Что такое Базаров? Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое? Да, сделаю одолжение, племянник.
Он нигилист. Это от латинского нигель. Стал быть, это слово означает человека, который ничего не признает. Скажи, который ничего не уважает. Нигилист. Это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами. И который не принимает ни одного принципа на веру. Вы, собственно, физикой занимаетесь. Физикой, вообще естественными науками. Говорят, германцы в последнее время сильно преуспели по этой части. Да. Тамошние ученые дельный народ. Да. Прежде у них были писатели, поэты. Ну, там, Шиллер, что ли, Гетте. А теперь пошли все какие-то химики да материалисты. Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Стало быть, вы и искусство не признаете. Да, Аркадий Николаевич нам сейчас сказывал, что вы не признаете вообще никаких авторитетов. А зачем я их буду признавать? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все. Вы, стало быть, все отвергаете. Все. Что? Все. Насчет других, в людском быту принятых постановлений, вы придерживаетесь такого же отрицательного направления? Это что, допрос? Бонсуар. А чудаковат у тебя, дядя. Щегольство какое в деревне. Аркадий Николаевич, ведь это смешно. Может быть. Только у него придоброе сердце. И, между прочим, он всегда вступается за крестьян. Только говоря с ними, он морщится, нюхает одеколон. Известное дело, нервы. Сигарку хочешь? Давай. Он глубоко несчастлив. Ну, тебе лучше знать. Но дурь из него не вся вышла. Блестящая карьера ожидала его. Он влюбился страстно в одну княгиню, фамилию я не помню. Терзался, ревновал, таскался за ней повсюду. Княгиня внезапно умерла. Говорят, у нее были замечательные глаза, вернее, взгляд. Беспечный до удали, какой-то незадумчивый дом. Загадочный взгляд. Что? Я лягушку распластаю и посмотрю, что у нее внутри делается. А так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, то я и буду знать, что и у нас внутри делается. А на что тебе это? А чтоб не ошибиться, если ты занеможешь, и мне тебя лечить придется. Так разве ты доктор? Да. Васька, слышь? Барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно. А я их лягушек-то боюсь. Чего их бояться? Разве они кусаются? Ну, полезайте в воду, философы.
Кто там водитель? Простите, если я помешал. Сегодня, кажется, в город посылают. Велите купить для меня зеленого чаю. Слушай, сколько прикажете купить? Полфунта, я полагаю, довольно будет. А у вас, я вижу, перемены. Занавески вот. Да, занавески. Николай Петрович нам их пожаловал. А это что, варенье? Это кружовник. Николай Петрович очень любит. Экой бутуз. Это дядя. А сколько бишь ему месяцев? 11. А не больше ли, Федосий Николаевич? Нет, как можно? Он похож на брата. Да, несомненное сходство. Глаза. Позвольте представиться. Не волнуйся, народ, мы тертые в городах живали. Аркадий Николаевич, приятель и человек. Как зовут? Митя. Митенька. А что это у него щечки красные? Зубки, что ли? Да, десна припухли. Ну-ка, Митя. Ну-ка, Митя. Да вы не бойтесь, я доктор. Все в порядке, зубастый будет. А вы сами здоровы? Слава Богу, здоровы. А вы? Ну и прекрасно. А у твоего отца губы не дур, он молодец. Как бишь ее зовут? Фенечка. Федосий. А по батюшке это тоже нужно знать. Николаевна. Пеная. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Она мать, ну и права. Что это? Это отец. Да сколько твоему отцу лет? 44. Помилуй, 44 года человек. Патер фамилиес. Отец семейства. И играет на виолончели. А что ты смеешься? А ты все работаешь, Евгений? Посмотри на эти пестрые поля, освещенные лучами солнца. Все волнуется под легким дуновением ветерка. Ах, друг мой, Аркадий Николаевич, об одном прошу тебя, не говори красиво. Видел я сегодня заведение твоего отца. Скот плохой, лошади разбитые, мужички обтерханные, а управляющий либо дурак, либо плут. Я еще этого не разобрал хорошенько. Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич. А третьего дня смотрю, твой отец стихи читает. Растолкуй ты ему, пожалуйста, что пора бросить эту ерунду. Ох уж эти мне старенькие романтики. А вспомни его воспитание. Время, в которое он жил. Воспитание. Всякий человек сам себя воспитывать должен. Вот как я, например. А что касается до времени, от чего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все художество, гниль, романтизм. Важно то, что дважды два – четыре, остальное все пустяки. И природа? И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм,
а мастерская, и человек в ней работник. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века. Во всей губернии меня красным величают. И меня все знают за человека либерального и любящего прогресс. Может быть, Базаров и прав. Но, признаюсь, одно больно. Именно теперь я надеялся тесно и дружески сойтись с Аркадием. А выходит, что я остался позади, а он ушел вперед. И понять мы друг друга не можем. Это все в голову ему сеньор этот влепил. Нигилист этот. По-моему, он просто шарлатан. Нет, брат, ты этого не говори. Базаров умен и знающий. Наша песенка спета. Видно, пора гроб заказывать и ручки складывать, кристалл на груди. Ну, я так скоро не сдамся. Егор, и как это наши мужики? Наши. Помогать надо, в кабаке побывали. С горем бьют, Евгений Васильевич. Небогатый край этот. Преобразование необходимое, но как их исполнить? Как приступить? Преобразование, когда та свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок. Нищета. Кругом нищета. Личная смилостивый государь, вот главное. Я хорошо знаю, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, но это проистекает из чувства собственного достоинства. Без уважения к самому себе. А в аристократах эти чувства развиты. Нет прочного основания общественному пьян-публик, общественному зданию. Позвольте, Павел Петрович, вот вы уважаете себя и сидите сложа руки. Какая от этого польза для бьян-публик? Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки. Как вы изволите выражаться. Я только хотел сказать, что аристократизм – принцип, а без принципов жить в наше время. Аристократизм, либерализм, принципы, прогресс. Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны. Послушайте вас, мы живем вне исторических законов. Логика истории требует... Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Я вас не понимаю после этого. Как можно не признавать принципов? Правил? В силу чего же вы действуете? Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицать. Мы отрицаем. Все? Все. Как не только искусство, поэзию, но и страшно вымолвить. Все. Однако позвольте. Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете. Да ведь надобно же и строить. Это уже не наше дело. Сперва надо место расчистить. Что же вы собираетесь делать? В прежнее время мы лишь говорили. Мы догадались, что мы занимаемся вздором. Толкуем о парламентаризме, черт знает о чем. Когда дело идет о насущном хлебе. Когда грубейшие суеверия нас душат. Так, значит, вы собираетесь действовать. Ломать, не зная даже почему. Мы ломаем, потому что мы сила. Несчастный. Нет, это может ангела из терпения вывести. Да знаете ли вы, господа сильные, что вас всего 4 человека с половиной, а тех миллионы, которые работают.
раздавят вас. Коль раздавят, туда и дорога. Только бабушка надвое сказала, нас не так мало, как вы полагаете. Нет, вы не знаете русский народ. Мой дед землю пахал. Браво, браво! Сперва гордость почти сатанинская, а потом глумление. Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства. А я тогда буду готов согласиться с вами, когда вы мне представите хотя бы одно постановление в современном нашем быту, семейным или общественным, которое не вызывало бы полного и беспощадного отрицания. Вот, вот она нынешняя молодежь. Вот они наследники наши. Наследники? А знаешь, брат, мне иногда кажется, что они правы. В них меньше следов барства, чем у нас. Знаешь ли что? Мне в голову пришла великолепная мысль. Махнем-ка мы с тобой в город. Видишь, какая здесь сделалась погода. А ты оттуда вернешься сюда? Нет, надо к отцу проехать. Он в 30 верстах от города, надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие. Я же у них один. Ну так что ли? Мы отправимся. Поболтаемся в городе дней 5-6. И баста. Пожалуй. Какими судьбами? Да совершенно случайно. У моего отца здесь в городе есть дело. Под купом? Под купом. Это все. Евдокия Никитична Кукшина. Передовая женщина и Мансюпе. Ситников. Кирсанов. Я Евгению Васильевичу обязан своим перерождением. Вы поверите, Евгений Васильевич, вот когда вы в первый раз при мне сказали, что не должно признавать авторитетов, вы знаете, я почувствовал такой восторг. Клянусь. Чем? Собственной головой. Лучше бы мощной у батюшки. А, вот и шампанское. Я люблю комфорт жизни. Это не мешает мне быть либералом. Ваше здоровье, учитель. Это все? Это так. Шалун. Я вас знаю, Базаров. Вы опасный господин. Вы такой критик. Я хочу знать ваше мнение. О чем? О браке. Что такое брак? Это предрассудок или преступление? Отвечайте. Прелесть. Побольше бы таких женщин. А есть здесь хорошенькие женщины? Есть. Они такие пустые, никаких идей. Ни о физиологии, ни о эмбриологии. Они не в состоянии понять нашу беседу. А зачем вы понимать нашу беседу? Как вы разделяете мнение Прудона? Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои. Браво, браво! Долой авторитеты! Thank you.
Что это за фигура? На остальных баб похож. Одинцова, прелесть, умница, богачка, вдова. Вы с ней знакомы? Коротко. Представьте меня. Анна Сергеевна, вот Анис Кирсанов. Кирсанов? Я знаю вашего батюшку. Очень рада с вами познакомиться. Позвольте пригласить вас на вальс. Позвольте. Кто это стоял в гостиной рядом с вами? Это некто Базаров, мой приятель. Он имеет смелость ни во что не верить. Если вы не боитесь скуки, то приезжайте ко мне в Никольское, своим приятелям. Мессир! Шанже вода! Эдакое богатое тело. Коль сейчас в анатомический театр. Перестань, Евгений. Она так строга. Тихо, мамоте. Ой-ой-ой, ты знаешь. Ради бога, Евгений. Она просила привести тебя к ней в имение. И желает с тобой познакомиться. Вези меня к ней, кто бы она ни была. Губернская львица или эмансипе вроде Кукшиной. Герцогиня владетельная особа. Уж не фраки ли нам надеть? Евгений. Очень рада. Благодарствуйте, что сдержали слово. Моя сестра Катя. Прошу. Приличие рассматривать картинки, Евгений Васильевич. Вас это не занимает. А вы что, не предполагаете во мне художественного смысла? Да, во мне его действительно нет. А на что он нужен, позвольте спросить? Да хоть на то, чтобы уметь изучать и узнавать людей. Во-первых, на это существует жизненный опыт. А во-вторых, доложу я вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи, как телом, так и душой. Люди, что деревья в лесу. Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным, добрым и злым? Нет, есть как между больным и здоровым. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания. От всяких пустяков, которыми с измала набивают людские головы. От безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет. И у всех будет одна и та же селезенка. Именно так, сударыня. А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич? Я согласен с Евгением. Мы еще потолкуем. Теперь я слышу, тетушка идет чай пить. Мы должны пощадить ее уши. Я хочу узнать вас, Евгений Васильевич, латинские названия полевых растений. На что вам латинские названия? Во всем нужен порядок. Что же вам сыграть? Что хотите. Какую музыку вы больше любите?
классическую. Моцарта любите? Моцарта люблю. Молчите, Евгений Васильевич. Мне бы очень хотелось узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе. Это нисколько не занимательно. Особенно для вас. Мы люди темные. А я, по-вашему, аристократка? Да. Центауры Яция. Центауры Яция? Знаете ли, Евгений Васильевич, что я сама была бедна? Я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы. Бедность, потом смерть отца, замужество. Впрочем, все это в ваших глазах романтизм. Чудесная женщина, это Анна Сергеевна. Баба с мозгом. Ну и видала же она виды. В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильевич? В хорошем смысле, батюшка вы мой, Аркадий Николаевич. В переделках была, нашего хлеба покушала. Ну вот чудо не она, а ее сестра. Да, вот это смугленькое. Вот это и свежо, и пугливо, и да? Молчаливо. Недурно музицировать. Это барышня. А вот старуху для ради важности держит. Потому что княжеское отродье. Совсем не любопытно. Я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе. Вы можете? Могу. Вы счастливее меня. Вот вы уже 2 недели у нас, а вы меня совсем не знаете. Все люди, что деревья в лесу, да? Может быть, точно всякий человек загадка. Скажите, зачем вы с вашим умом, с вашей красотой живете в деревне? Как вы сказали? С моей красотой? Это все равно. Я полагаю, что вы остаетесь на одном месте потому, что избаловали себя. Очень любите комфорт и ко всему остальному равнодушны. Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться? Любопытством, пожалуй. В самом деле?
Ну, теперь я понимаю, почему мы с вами сошлись. Ведь и вы такой же, как я. Сошлись? А разве мы не виделись? Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич. Здравствуй, старина. Зачем пожаловал? За мной, что ли, прислали? Помилуйте, батюшка, как можно? В город по господским делам ехали. Да про вашу милость услыхали. Вот и завернули по пути. То есть посмотреть на вас. Ну, не ври. В город разве здесь дорога? Здоров. Слава Богу. И мать. Арина Власина, слава тебе, Господи. Ждут меня, небось. Ах, Евгений Васильевич, как же не ждать-то? Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду. Я завтра уезжаю к своим. Зачем ехать? А зачем оставаться? Мне будет скучно. Аркадий останется. Мне будет скучно. Откройте окно, Евгений Васильевич. Мне что-то душно сегодня. Сядьте. Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом? А я вот знаю о себе, что я очень несчастлива. Вы несчастливы? Да, я несчастлива. Я несчастлива от того,
что нет во мне желания и охоты жить. Позади меня столько воспоминаний, вспомнить нечего. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь. Вам хочется полюбить, а полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Разве я не могу полюбить? Едва ли. К тому же вы, может, слишком требовательны. А по-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою. Что же это условие справедливое? Погодите, Евгений Васильевич. Мне нужно сказать вам одно слово. Какое? Погодите. Долго сегодня сидел с Анной Сергеевной? Пока ты с Катериной Сергеевной играл на фортепиано. А я не играл. Я не играл. Меня Анна Сергеевна не ценит. Пусть. А вот доброе существо меня не отвергает. Евгений Васильевич, извините меня, я позвала вас. Вы вчера ушли так внезапно. Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Я давно хотела объясниться с вами. Вы человек не из числа обыкновенных. Вы еще молоды. Вся жизнь. Какая будущность ожидает вас? Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Вы с вашим самолюбием уездный лекарь? Вы отвечаете мне так, потому что презираете всех нас. Вас я не презираю, Сергей. И вы это знаете. Нет, я ничего не знаю. Как хотите, но мне все-таки что-то говорит. Я уверена, что это ваша, как бы это сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец. А вы заметили во мне сдержанность? Как вы еще изволили выразиться, напряженность? И вы бы желали знать причину этой сдержанности? Да. И вы не рассердитесь?
Знаете же, что я вас люблю глупо, безумно. Вот чего вы добились. Евгений Васильевич. Завтра к батьке вещаю. Бог знает, куда бы это повело. Спокойствие все-таки лучше всего на свете. Наконец пожаловал. Ну, почеломкаемся. Ариша, перестань. Танюшка, принеси барни стакан воды на подносе, слышишь? Голубчик мой, Илюша, Илюша. Арина Власьевна, господин гость должен осудить тебя. Пойдемте, матушка. Илюша, Илюшенька. Извините. Женская слабость, ну и сердце матери. Душевно рад знакомству. Базаров. Кирсанов. Прошу. Прошу, прошу. Извините меня глупою. Я думала, что умру. Не дождусь моего голубчика. Ну, а теперь я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей. Ой, сию минуту, Василий Иванович, извините, батюшка. Ведь 3 года его не видала, не поила, не кормила бы, легко ли. Да какой же ты красавчик стал. Ну, красавчик, не красавчик, а мужчина, как говорится, омфе. Анфисушка, Анфисушка, я здесь. А вас, господа, позвольте пригласить в кабинет к отставному ветерану. Я вас предупреждаю, любезный мой посетитель, что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках. Полно тебе, Лазаря, петь. Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не крезы. Сядь лучше. Да дай на тебя посмотреть. Лазаря, петь. Да ты не думай, Евгений, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя. Дескать, мол, вот в каком захолустье живем. Я напротив того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь. Как говорится, по возможности не зарасти мохом и не отстать от века.
Ведь я что, отставной штаб-лекарь, воляту? Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Сумку, икве. А Аркадий Николаевич флигелек. Им там очень хорошо будет. Позвольте. Позвольте. Прошу вас. Нет, позвольте. Прошу, прошу вас. Аркадий Николаевич, ведь я у вашего дедушки, генерала, в бригаде служил. Сознайся, дубина была порядочная. Ох, Евгений, Евгений, как это ты выражаешься? Помилосердуй. Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу. Ну, брось его. Но очень почтенный был человек, настоящий военный. Вот, хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить. Да, много я в своей жизни видал видов, с кем не важился. Я у князя Витгенштейна и у Жуковского пуль щупал. Тех-то в Южной-то армии по 14 декабря, вы понимаете, всех знал наперечет. Почивать изволили. Прекрасно. А я здесь, как видите, как некий цинценат, грядку под позднюю репу отбиваю. Каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. Я ведь плебей, homo novus. Добро пожаловать еще раз. Позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? Станившись зимой. Да. Позвольте вас спросить со всей откровенностью, как отцу, какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын – один из замечательнейших людей, с которыми когда-либо встречался. Я уверен, что сына вашего ждет великая будущность, а он прославит ваше имя. Вы меня совершенно осчастливили. Я боготворю моего сына, но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Многие его даже осуждают за подобную твердость его нрава и видят в ней признаки гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например, другой бы на его месте тянул бы, дотянул своих родителей. А у нас, поверьте, он отроду лишней копейки не взял, ей-богу. Он бескорыстный, честно. Именно бескорыстный. Как вы думаете, ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите? Разумеется. На каком же, Аркадий Николаевич? Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит. Он будет знаменит. Пойду потороплю хозяйку с завтраком. Закон, закон, закон себе поставим. На розыске пожить. Какая замечательная живучесть. Ты сегодня в меланхолическом настроении, Евгений. Я чувствую скуку да злость. Почему злость? Да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди.
Курочка цып-цып-цып, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги. Я не таков. Ну, довольна об этом. Бабенка меня не сломает. Аминь. Посмотри, сухой лист падает на землю. Его движение совершенно сходно с полетом бабочки. И странно ли, самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. Об одном прошу, не говори красиво. А я говорю так, как умею. И, наконец, это деспотизм. О, да ты, я вижу, точно пойдешь по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если бы услышал тебя. Как ты назвал дядю? Ага, родственное чувство заговорило. От всего готов отказаться человек. Но сознать, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Мой брат, мой, и не гений. Возможно ли? Мы наконец поссоримся, Евгений. Поссоримся. Хорошенько, до положения рис, до истребления. Только ты со мной не сладишь, я тебе как возьму за горло. Юные собеседники, сколько у вас силы, молодости, талантов. Я пришел к вам, чтобы доложить, что мы скоро завтракать будем. А во-вторых, я хотел предварить тебя, Евгений. Твоя матушка молебен отслужила, и отец Алексей... Поп! Ну да, священник. Он у нас кушать будет. Ведь он моей порции не съест. О! А остальное меня не волнует. Пойдем. Нет, уеду отсюда. Завтра. Скучно. Мы только вчера приехали сюда. Работать хочется. Пойду к вам в деревню, я у вас все препараты оставил. У вас хоть запереться можно. Не помешаю. Нет, не столько. Аркадий Николаевич, сейчас батюшка захотел применить к себе наполеоновское правило. Я чуть было не забыл. Великий отец завтра Егору лошадей запречь. Разве господин Кирсанов от нас уезжает? И я с ним уезжаю. Ты уезжаешь? Мне нужно. На короткое время к нему. Я потом опять вернусь сюда. Мне необходимо. Необходимо? Главное, свобода. Это мое правило. Не надо стеснять. Бросил. Бросил он нас. Скучно ему стало с нами. Один, как перст один. Что делать, Вася? Сын отрезанный ломоть. Он что, сокол, захотел, прилетел, захотел, улетел. А мы с тобой, как опенки до дупля, сидим редком. И не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня.
Это вы. Пойдемте к сестре. Она тут, в саду. Ей будет приятно вас видеть. Здравствуйте, беглец. Где ты его нашла, Катя? Нижайший поклон передает мой батюшка. Благодарю. Здравствуйте, Фенечка. А, Евгений Васильевич, здравствуйте. Букет вяжете? Да, на стол к завтраку. Николай Петрович очень любит. Ой, совсем я расслабела от этого жару. Уж боюсь, не заболею ли я. Ну что за фантазия? Дайте-ка мне ваш пульс пощупать. Сто лет проживете. Ой, сохрани Бог, какая уж эта жизнь. Теперь я все могу сделать. И пойду, и принесу, и никого мне просить не нужно. А вот мне все равно, молод я или стар. Знаете, с тех пор, как вы мне в ту ночь капельки дали, помните? Митя так уж спит хорошо. Я уж и не знаю, как мне вас благодарить. Такой вы добрый, право. Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные. Да если вам угодно, мы с удовольствием. Надо будет у Николая Петровича спросить. Нет, мне от вас деньги не нужны. А что же? Одну из этих роз. Это какую же вам, красную или белую? Красную. Возьмите. Грешно вам, Евгений Васильевич. Я решил драться с вами. Со мной? Непременно с вами. Помилуйте, за что? Вы на мой вкус здесь лишний, я вас терпеть не могу. Я вас презираю. Если вам этого недовольно, то... Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же не совсем безопасно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии. Да уж куда ни шло. Чувствительно вам обязан. Так как у нас секундантов не будет, ибо где их взять? Вот именно, где их взять? Я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра, рано утром за рощей, на пистолетах. Барьер в 10 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Вот и барьер. Соблаговолите выбирать? Соблаговолю. Или еще два шага накину. Вам все желательно шутить. Я намерен драться серьезно. Евгений Васильевич, воля ваша, я отойду. Отойди, брось, отойди. Можешь даже за дерево встать и уши заткнуть. Только глаз не закрывай. А повалится кто, беги подымать. Ты же у нас секундант. Можем сходиться. Прямо в нос целит разбойник. Вы ранены? Пустяки. По условию дуэли каждый из нас имеет право на второй выстрел.
Ну уж извините, это до другого раза. Петр, сюда! Теперь я уже не дуэлист, а доктор. Помучил я вас. Завтра можете встать. Мерси. Посидите с больным. Вы моего брата любите? Люблю. Всей душой? Всем сердцем? Всем сердцем. И вы ни на кого его не променяете? Не променяю. Большой грех лгать. Господи, Боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучаете? Что я вам сделала? Ведь я видел в беседке. А чем же я виновата? Я Николай Петрович. Одного люблю. И век его любить буду. Я на страшном суде скажу. Любите. Любите моего брата. Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым. Борчуки проклятые. Брат, да я вижу, глаза-то у тебя на мокром месте. Ну, будет. Поехали. Да, брат. Вот что значит с феодалами пожить. Сам и в феодалы попадешь, и в рыцарских турнирах участвовать будешь. А опасно ли рано? Как дядя? В медицинском отношении все благополучно. Ну, вот я отправился к отцам. И на дороге завернул сюда. Черт знает зачем. А теперь, я думаю, не простится ли нам. Помилуй, это в высшей степени невежливо. Анна Сергеевна пожелает тебя видеть. Ну, в этом ты ошибаешься. Войдите. Евгений Васильевич. Анна Сергеевна просит вас в гостиную. Анна Сергеевна, я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился. И надеется, что и другие забыли его глупости. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит? Кто их помнит? Что вы поделывали это время? Работал. А я сперва хандрила, бог знает от чего. А потом все прошло. Приехал ваш приятель, Аркадий Николаевич. Он так молод, умен. Странно, но прежде он избегал меня. Он был влюблен в вас. Как? И он? И он. Я
Я знаю, что Базаров вам никогда не нравился. Он не то, что мне не нравился. Просто я чувствую, что он мне чужой. И я ему чужая. Да ведь и вы ему чужой. Это почему? Как вам сказать? Потому что он хищный, а вот мы с вами ручные. Послушайте, Екатерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. Разве хотите быть хищным? Хищным нет. А вот сильным, энергическим. Но это уже никак нельзя хотеть. Вот ваш приятель, он этого и не хочет. А в нем это есть. А вы наблюдательны. Люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием, очень редко владеют этим даром. Ведь я же не богатая. Это сестра? Как вы хорошо сказали, сестра. Что? Хорошо сказали. Просто не рисуюсь. Екатерина Сергеевна, вам это, вероятно, все равно, но только знайте, что я вас не только на вашу сестру, ни на кого на свете не променяю. Екатерина Сергеевна. Евгений Васильевич, вот, прочтите. Аркадий Николаевич просит Катиной руки. А вы, кажется, не дали, как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братской любовью. Это меня удивляет, как-то я раньше не заметила. Нынешняя молодежь больно хитра стала. Что же вы мне посоветуете? Я полагаю, следует благословить молодых людей. Прощайте. Вы уезжаете? Останьтесь. А чего бы вам теперь не остаться? Нет. Я и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию. Нет. Человек я бедный, но милостыни до сих пор не принимал. Ты задумал гнездо себе свить. Ты поступил умно. Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. Наша грязь тебя замарает. Наша пыль тебе глаза выест. В тебе нет ни дерзости, ни злости. Для нашего дела это не годится. Ты славный малый, но ты все-таки мягенький либеральный барич. Ваш брат-дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может. Вы не деретесь, а уж воображаете себя молодцами. А мы драться хотим. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Евгений, ты навсегда прощаешься со мной. И у тебя нет других слов для меня. Есть. Женись поскорей. Да наделай детей побольше. Умницы они уж будут потому, что вовремя они родятся. Не то, что мы с тобой. Ну что ж, обняться, что ли? Вот что значит молодость. Прощайте, сеньор. Thank you.
Господи, Господи. Надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит. Огнестрельная рана. Ну-ка, дай-ка я тебе помогу, отец. Кость, слава богу, цела. Где это тебя так? На охоте. На охоте? Смотри, стражником не попадайся. Не попадался. Браво, браво, браво. Пришли, Василий Иванович, я боюсь. Спокойно, Ленюшеньке-то спать на диване. Я Анфишке-то велела положить ему туда этот твой походный матрасик. Матушка моя, первый приезд Янюши ему надоедали немного. Теперь надо быть умнее. Слава богу, перестал хандрить. Как бы узнать, голубчик, чего Индюша желает к обеду? Щи или борщу? А чего, что у него сама-то не спросила? Да, а надоем. Ишь ты, куропатица. Голубушка должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой по самой научной и новейшей методе тебя лечит. Марья, иди. Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача. Брата привез, да не можем. Тиф, опять тиф. Почему раньше не привез? Так ведь самая страда. Теперь поздно, медицина бессильна. Косит да косит. Какой деревни? Тихоновка. Да.
Зачем тебе? Ранку прижечь. Кому? Себе. Как себе? Я был в деревне. Там те поздно мужика почему-то вскрывать собирались. Я давно не упражнялся. Ну? Ну и порезался. Да по-настоящему ясный камень не нужен. Уж ежели я заразился, так уж теперь поздно. Как поздно? Да 4 часа прошло слишком. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно. Часть времени, которой не удалось прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. В этом атоме, в этой математической точке мозг работает, чего-то хочет. Сын мой. Отец. Дорогой мой сын. Да, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает. И баста. Дело мое дрянное. Скоро ты меня хоронить будешь. Евгений, мы тебя вылечим. Но это дудки. Врачу непозволительно так говорить. Я хочу попросить тебя, пока голова в моей власти. Ты меня хорошо понимаешь. Помилуй, Евгений, ты говоришь сегодня совершенно как следует. А завтра или послезавтра, ты сам знаешь, мозг мой в отставку подаст. Пошли ты нарочного к Одинцовой Анне Сергеевне. Помещица такая. Знаешь, Евгений, мол, Базаров кланяться велел. И велел сказать, что умирает. Молись, Арина, молись. Наш сын умирает. Матушка. Чеши меня. Кризис. Слава Богу, кризис. Кризис. Рубашку.
Евгений Васильевич жив? Вы его отец. Я привезла с собой доктора. Благодетельница! Жив! Жив мой Евгений! Жена! Жена! Что такое? Ангел к нам с неба! Что вы? Что вы? У истаканка? Здесь, здесь, герр коллега, здесь. Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, и она сама здесь. Я хочу ее видеть. Да, но мы сперва сделаем маленькую консультацию с господином доктором. Я хочу ее видеть. Этого не ожидал. Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь. Эх, Анна Сергеевна, со мной кончено. Попал под колесо старая штука. Смерть а каждому вновь. До сих пор не трушу, а там придет без памяти и... Ну что же мне вам сказать, что я любил вас? Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь и подавно. Стоите такая красивая. Сядьте там. Ведь моя болезнь заразительная. Великодушная. Прощайте. Живите долго, это лучше всего. И пользуйтесь, пока время. Я ведь тоже думал. Обломаю дел много. Не умру. Да, задача есть. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряется. Это чепуха. Но не разуверяйте старика. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. Я нужен России. Тут есть лес. Евгений Васильевич, я здесь. Прощайте. Послушайте. Ведь я не поцеловал вас тогда. Дуньте на умирающего.
вытащу лампаду, и пусть она погаснет. И довольно. Теперь темнота. Ну как он? Заснул.